Их поменяли местами. Новосибирские железнодорожники пробуют себя в новых амплуа. Подчиненные пересели в кресло начальников, чтобы на собственном опыте узнать, какие проблемы нужно решать и насколько оперативно нужно реагировать на ту или иную ситуацию. Как справились, выяснял Александр Могилин. Начальник вокзала Новосибирск главный Рябикин Роман Владимирович в рамках нашего делового тренинга проведет день в кресле начальники региональной дирекции. Испытания для Романа Рябикина начинаются сразу. Целый день ему предстоит управлять не одним, а сразу всеми вокзалами Сибири. В чужом кресле слегка некомфортно, но времени на подготовку нет. Первое задание – провести планерку с подчиненными, выслушать доклады. Следующий этап тренинга – прием по личным вопросам. Сегодня подготовили ряд необычных обращений, не только связанных с профессиональной деятельностью. В моем доме сломалась дверь входная. Вы в частном доме живете или в квартире? Да, в частном доме. Да, и она сломалась уже, сгнила уже, терпения никакого нет, не подлежит она никакому ремонту. Но если уж сел в кресло большого начальника, пусть и всего на один день, нужно быть готовым и к таким просьбам от ветеранов железной дороги. Давайте поставим себе срок следующей недели. Мы вам обязательно эту дверь заменим. Никаких Спасибо проблем большое, абсолютно. Сегодня руководители довольны тем, как прошел эксперимент. Уверены, повышать Романа в должности можно хоть завтра. Да и сам он тоже получил неоценимый опыт. Чувствовать, что к твоему мнению прислушиваются и твоего мнения ждут достаточно серьезные руководители, это дорогого стоит. Такие тренинги новосибирские железнодорожники проводят не ради забавы, а с прицелом на будущее. Цель сегодняшнего тренинга – понять, насколько этот кандидат готов занять эту должность. Подобные испытания пройдут все сотрудники, которые стоят в кадровом резерве и являются кандидатами на повышение. Побывать в новой должности еще приятней, когда понимаешь, что однажды она может стать твоей. Александр Могилин, Дмитрий Злобин, Новости ОТС.